Накануне информационное агентство Bloomberg сообщило, что газовые плиты, установленные в жилых домах, могут становиться причиной астмы и других проблем со здоровьем. По словам экспертов, на исследования которых ссылается агрегатор, они также загрязняют воздух. Согласно подсчетам ученых, использование газа для приготовления пищи в жилых домах увеличило риск временного появления астмы на 42%. Действительно, сейчас накопился корпус данных, который свидетельствует о том, что использование газовых плит, возможно, связано с учащением случаев возникновения астмы у детей. Но сразу хочу сказать, что это далеко не единственная и не главная причина возникновения астмы, но на самом деле не только у детей, людей в любом возрасте. Специалисты объясняют, что вред от газовых плит связан с тем, что при сгорании природного газа выделяются вещества, вызывающие воспалительные процессы в дыхательных путях. Это и может привести к дальнейшему развитию патологии. По словам специалистов, замена газовых плит на электрические ситуацию сильно не изменит. При этом некоторые эксперты подчеркивают, внезапно обнаруженный вред газовых плит на здоровье и экологию – лишь оправдание политиков, способ сдержать реакцию европейских граждан на подорожание газа. Поскольку вопросы экологии для европейских граждан тоже очень важны, в этом смысле, конечно, можно ожидать, что некоторая часть европейцев этим, так сказать, объяснением поверит и прислушается к ним. И таким образом, в какой-то мере, может быть, преодолено возмущение, вот еще раз говорю, европейских граждан дефицитом и подорожанием российского энергетического ресурса. Как бы там ни было, российские специалисты опровергать информацию не спешат. По их словам, причины бронхиальной астмы точно не выявлены. Они могут иметь совершенно разный характер. Все зависит от индивидуальной реакции организма. Анастасия Бондарева, Маргарита Михайлова, Аделина Абрахманова. Универньюз.